Сильные ливни, которые обрушились на китайскую провинцию Хэбэй, привели к смерти минимум 36 человек. Еще около 80 пропали без вести. Стихия пришла на север страны еще в четверг, но сегодня утром ситуация достигла своего пика. За пару дней выпала почти годовая норма осадков. Местные реки вышли из берегов, прорвало одну из дам, сошли несколько оползней. Потоки грязи и камни снесли несколько домов сельской местности. Именно там больше всего пострадавших. Из-за того, что ливни не прекращаются, власти решили эвакуировать часть местных жителей. Около 50 тысяч человек перевезли в соседние провинции. Сообщается, что никто из туристов не пострадал. Все достопримечательности закрыли заблаговременно. Кстати, нескольким древним храмам стихия нанесла непоправимый ущерб. Сейчас чиновники решают, стоит ли вместо этих зданий строить их реплики.